Всем привет, меня зовут Настя Зотова, и сегодня у нас будет видео типа учителей в школе. Это видео будет очень интересно и необычно, так что смотрите его до конца. Я над этим видео очень старалась. Приятного просмотра! Ну, это классная руководительница или же математичка? Доброе утро, дети! В ее образ входит темное платье, любая кофта на пуговицах, любая подвеска на кофте, штука, которую можешь прибить школьников, и строгие очки. Привет, дети, какой вы сейчас будете тут? Рок. Русский. Когда к вам придет новая учительница. Если что-то сделаете плохое, помните, что есть такая существующая штучка. Если вы что-то сделаете, вы сразу... Помните? У вас поведение должно быть такое же, как у Танечки. Танечка моя хорошая, а вы оболтусы. Давайте как Танечка. Значит, вот вы тут. А это русичка, либо же англичанка, либо же историчка. И она всегда на стиле, поэтому она носит только трендовую одежду. Например, оверсайз штаны, топ с кофтой и маленькая сумочка. Всем привет, ребята! Как ваши дела? Отлично, как у вас? У меня как? У меня хорошо, прекрасно все. Что с вами делать сегодня будем? В принципе, вы молодцы, вы у меня хорошо занимаетесь. Контрольно написали на 5. Все на 5. Вообще молодцы. Поэтому можете сегодня отдохнуть, посмотреть телефоны. Только не бегайте в коридорах, потому что на нас могут нажаловаться. Можете посмотреть телефоны, там, что поделать, что хотите. А это физручка. Добрый вечер, дети. На тренировочку, в зал. В его или в ее образ ходят строгие штаны. И они, конечно же, спортивные. Также кофта или куртка. Также бывает майка или же футболка. И, конечно же, медаль. И еще свисток, но будем считать, что это свисток. У меня его просто нету. Мальчишки, тащите мячи. Тренировка с мячами будет. Поняли? Кого сегодня нету? Пётр! Ах, Питер! Я на тебя надеюсь. Передайте ему, пожалуйста. Вот он такой. У меня плохое настроение. Так что давайте сами как-то занимайтесь. Вот проводи разминку. Вот Танечка молодец. Не ноет. Молодец, Танечка, давай. Говори разминку, ты знаешь. Ну что, работаем. Давай, девочки, по-другому бегать надо. Вот так. Мяч сдулся. Просто мелочь. Вы что за меня, дурака держишь? Мягкий. Решили прикольнуться надо мной. Ну, это скромный информатик. Здравствуйте. В его образ входят простые штаны, любая футболка, бывает в пиджаке. И он всегда с собой носит клавиатуру, на всякий случай. И также у него потные зализанные волосы. Он каждую секунду их поправляет. Таня, когда ты принесешь проект? Когда я задал проект? Неделю назад. Ты все еще не сделал. Давай, иди делать. На уроке, потом мне в конце урока покажешь. Давай, иди. Нет, сегодня работаем с компьютером. Понял? Сегодня с компьютерами. Давайте, включайте компьютеры. А я вас учу. Давайте. Сейчас я здесь посижу. Включайте. Ну, это просто тихий вид учителя. Да, детишки, а что, какой носит, какой я вас урок веду? Ну, вообще, простой свободный урок. Да. Давайте с вами отдохнем. Уже прикольно. Ты влезешь, что у меня сегодня было? Пушечку. Не разговаривайте, пожалуйста.
пожалуйста. Вообще прикол. Реально, так классно. Смотри, фото покажу. А ты знаешь, что мне вчера подарили? В ее образ входят простые штаны школьные, свитер любой, книжка любая, и либо же зализанные, или же лохматые волосы. Дети, давайте сейчас что-нибудь с вами интересное. Книжку давайте я вам почитаю, книжечку. Тише. Кто я? Нет, никто. Дура. Вы такого не говорили. Сердце. Ёлки-палки, опять 25. Соня поняла, она делает вид, что ей плохо. Она включает свои театральные эмоции. У нее каждую секунду на каждом уроке что-то болит. А потом ее нету в школе где-то 2 месяца. Типа ее довели ученики. И это довольно странно выглядит. Ну и на этом мое видео уже подошло к концу. Надеюсь, вам оно понравилось. Поэтому и всем хорошего настроения. И всем пока-пока!